Флотилия на Темзе, проходившая в честь празднования 60-летия правления королевы Елизаветы II, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое шествие судов в мире. В торжественной речной процессии приняли участие около 1000 судов. Сама Елизавета II, а также другие члены королевской семьи, находились на борту королевской баржи Spirit of Chartwell, которая была отреставрирована специально к торжествам. Мероприятие длилось в течение 6 часов. Общее число участников флотилии составило 20 тысяч человек. За ее передвижением следили более миллиона зрителей. Процессия также транслировалась в прямом эфире на гигантских экранах в 22 городах Великобритании.